Всем привет! Спасибо, что заглянули. И сегодня хочу вам рассказать про свою, наверное, одну из любимых серий, как ни странно. Это серия «Самая страшная раскраска». Я вам покажу, полистаю каждую книжечку, они маленькие, я думаю, это много времени не займет. И в конце я покажу раскрашенные работы. То есть крашу я сейчас пока только вот эту книжку. Ну, у меня как бы нет такого огромного стремления начать все их и сразу. Вот. В общем, расскажу все потихоньку по порядку. Это вот новинка. Она появилась буквально совсем недавно. И я ее приобрела уже просто в дополнение к коллекции. И она на склейке, бумага тонкая, здесь 45, если я не ошибаюсь, или 48 здесь страничек, из них на 45 есть иллюстрации. Разворотов здесь никаких, вот конкретно в этих книжках нету, они в рамочках небольшие. А есть как вот такие интересные рисунки, иллюстрации, так и довольно-таки заурядные. О, кот проснулся. Прошу прощения. Вот. Но в целом книжка интересная. Она, как знаете, она чем-то напоминает «Зов Ктулху» из этой серии, но в такой в пиратской манере. Она тоже как бы... Здесь в основном вот пираты, сундуки, русалки. Ну, классно, мне нравится, но пораскрашивать можно. Вот это вообще очаровательный черепа в шапочках. Такие вот тоже интересно попробовать пораскрашивать. Хотя здесь есть одна иллюстрация, я, честно сказать, не очень представляю, как ее можно раскрасить. Вот этих я вижу исключительно на каком-то темном фоне. Но я до нее еще не скоро доберусь, я раскрашиваю их по порядочку. Раскраски. Вот тоже прикольный корабль. Это, наверное, что-то типа карты сокровищ. Но меня не смущает такая рисовка, мне она нравится, то есть меня не пугают черепа, всякие там глаза. Мне почему-то, я сама от себя не ожидала на самом деле, но мне понравилось. Так, я пролистала или нет? Да, вот, рисунок. Я, например, не представляю, как его раскрашивать, что еще здесь можно добавить. Фон, покрасить ему бороду каким-то цветом, не знаю, вот, по-моему, она уже готова из себя. А вот это вот интересно, это я причем вижу, что это не столько, наверное, даже живая или русалка, как, знаете, статуя. Ну, можно раскрасить, и что она вот живая, прицепилась просто к якорю. Так, следующее, чтобы не отходить от темы, раскраска... Она мне уже развалила. Она, по-моему, она у меня уже разваливалась. Я ее уже клеила, хотя я даже ее еще не раскрашивала. Так. Это раскраска однотипная. Она у них есть. Я могу ошибаться, но, по-моему, она была у них первая. И она достаточно такая однотипная. И... Мне кажется, что следующие они все-таки делали поинтереснее. Потому что здесь есть вот такие вот типа паттерны, да? Вот. И вот я не... Ну, то есть хвосты, головы. Мне кажется, если чуть-чуть пролистать опять хвосты, разнообразия маловато.
Вот. Ее у меня как-то особое желание даже красить-то и нету. Я жутко извиняюсь, но у меня бенгальский кот, который иногда любит поговорить, и пока он не выговорится, мне ничего с этим не сделать, и реагирует он на мой голос, поэтому мяукает. Но я надеюсь, что он сейчас успокоится. Думаю, что у кого есть бенгалы, меня поймут. Сколько это странные существа. Вот такие вот у нас здесь. Ну, здесь по книгам, если я просто читала полностью все рассказы Лавкрафта. И не скажу, что как-то я прям супер в этих существах воодушевилась после него раскрашивать. Но я, правда, давно это читала. Самая страшная раскраска, я думаю, много раз уже говорили. Непонятно, почему здесь другая обложка, хотя серия та же. Но почему-то ее решили выделить. Вот. Она уже поинтереснее. Но и по, как бы по культурнее сказать, по противнее. То есть здесь есть вот такие вот штуки. Мне вот, например, нравится индеец. Вот здесь вот тоже какие-то черепушки. А, опять индеец, котики. Вот на чем я попробую карандаш и сонет, наверное. Космонавт. Ну, то есть, здесь есть какие-то иллюстрации, где практически раскрашивать нечего. Есть вот интересный. Мне, например, нравится. Но на любителя. Опять черепа в шапочках. Умилительно. Зимние. Кто ищет зимние иллюстрации? Любит зимние. Ну, вот и такие вот вещи не очень именно люблю, но ничего. Вот тут такое ощущение, что обрезали. Мне кажется, лучше бы обрезали чуть побольше книг и оставили, может быть, свечу. Как-то, наверное, по гармоничнее было бы. Ну, это больше мило, чем страшно, да? Хотя у нее тут зверушка в лапках. Смотрите, может быть, кому-то тоже интересно. Вот такая прям практически один в один есть в «Ужасах ночи», только без листиков. Я ее раскрашивала, потом покажу вам ее. Дальше покажу вам «Ужасно прекрасно». Она вышла, выходила, по-моему, после Ктулху. Она мне очень напоминает «Ужасы ночи», но в таком более простом стиле. То есть «Ужасы ночи» мне как-то больше по душе. А вот ее, я думаю, буду красить следующий, после того, как закончу «Ужасы ночи», думаю, перейду к ней. Я не знаю, они такие для меня стали какими-то раскрасками, отдыхалками, что ли. Я в них, во-первых, не очень жалко. Я тестирую в них всякие карандашики, пробую что-то. Вот в этом я хоть убить, я вижу в этом печеньку. Раскрашу я ее точно как печеньку. Вот здесь более грубая рисовка, нежели в двух последних, которые я покажу. А вот мы с вами смотрели как раз эту дриаду. Теперь мы знаем, кто это. Я недавно только снимала обзор на фантастические существа, и вот она. Хэллоуин у нас прошел.
Вот тоже эти вот рыбки. Ну, она погрубее, погрубее, на мой взгляд. Сейчас буду показывать ужасы ночи. Вы поймете, о чем я. Хотя там больше черепов и глаз. Там тоже, похоже, девушка есть, но в более таком приятном исполнении. Вот это интересно мне будет раскрасить. Это просто прелесть. Дракон, паук и все. Далее у нас идет темная фэнтези, насколько я знаю. Она больше остальных нравится другим. Ну, наверное, за счет своей рисовки. Она здесь такая более изящная, тонкая. О, у меня же здесь есть рисунок. Это я купила грунт и решила его опробовать на маркерах, потому что там будут похожие еще рисовки. Мне было как-то ее не жалко. В общем, поняла я, что грунтовать надо смотреть, как грунтуешь. Потому что его особо не видно, а вот он протекает. Плюс у меня он матовый, маркеры на него практически не ложились, не смешивались. И потом были еще такими липкими сверху какое-то время. То есть я прям оставляла, чтобы они сохли. Они здесь свой цвет вообще весь потеряли. Вот это, кстати, просвечивается с той стороны. Это было изначально. То есть бумага совсем офсетная, такая тонкая. И, в общем, я потом уже как-то махнула рукой, как попала, ее докрасила. Ну, не будем на ней задерживаться. И вот эти девочки будут повторяться там еще, на них можно тоже поэкспериментировать. Рисунки здесь интересные. Вот, то есть развороты, но, опять же, тяжко красить их будет из-за склейки. Так. Она мне тоже нравится, и обязательно ее буду раскрашивать. Вот опять эта девушка, которую показывала. Это что-то из Метаморфоз, Керби Розанес. Ангел мне нравится, ведьмочки мне там дальше очень нравятся. Их так перелистываю. Вот, в принципе, мне вся серия по душе. Я знаю, что я буду их раскрашивать, кроме Ктулху, потому что чего-то там я не представляю, как этих рыб красить. Красивые здесь девушки. Но я решила, что пока одну не закрашу, следующую трогать не буду. Тоже красивая девушка. Да не все здесь красивые, я думаю, поэтому большинству нравятся эти. Именно эта раскраска, всей серии, она такая более утонченная, более разнообразная. Так, и последнее. Это у нас самая страшная раскраска ужаса ночи, которую я сейчас раскрашиваю. И я, честно сказать, немножко ее растягиваю, потому что она мне нравится, и я особо не стремлюсь прям вот скорее-скорее ее закончить. Я так, когда есть настроение, сажусь, она много времени меня не занимает. И потихонечку крашу. Они здесь работы совсем простенькие, но сделаны. Здесь я, например, пробовала полихромосы. Здесь у меня лиры Рембрандт с фоном Мэджики. Тут я пробовала фикс-прайсовские, по-моему, металлики. А тут штедлеровские, да, наверное, штедлеровские металлики.
Шедлеровские прикольны тем, что они матовые. То есть они высыхают, и они такими матовыми становятся. Вот я говорила, что как и в «Ужасно прекрасном» здесь есть похожая девушка, но она такая более утонченная, более симпатичная. Черепа. Ну, мне нравится, что тени уже намечены. Вот штольдлеровские металлики. Да, полосят, но фон матовый мне нравится. Тут я пробовала просто их везде. Но я говорю, что она у меня такая экспериментальная. Нравится. Я не знаю, чем она мне нравится, я вообще как-то. Я знаю, что у многих эти раскраски есть, но я как-то вообще редко вижу, чтобы их красили. А вот это вот интересно, я ее красила и все не понимала, что за кружки здесь. А оказалось, когда начала уже раскрашивать эту часть, что это бесята. Не знаю, видно вам или нет, но это бесята. У них есть рожки, у них есть глазки. И они у нее проглядываются здесь. С волосами вообще была беда. Я их тут и карандашами, и аквамаркерами наслаивала, и какой-то... В общем, что-то странное получилось. Ну, как получилось. Тут я пробовала пастель водоразмываемую. Что у нас? Какая называется? Она до сих пор какая-то неприятная. Я так, может быть, ее неправильно размыла, но... Но. Вот я говорила, что есть похожий рисунок, только там листья добавлены. Здесь так интересно, иногда начинаешь раскрашивать. Вроде простая раскраска, а потом раз... И ты понимаешь, что, ага, я тут вот красила, а потом смотрю, что вот эти-то части не надо было закрашивать. Это же вот она, ее часть головы. Там просто летают светлячки, бабочки. Но поздно я уже заметила. Гелевыми ручками я тут раскрашиваю. Мало я по маркерам, как ни странно, живучая достаточно раскраска. В общем, на данный момент в этой серии 6 книг. Я вам их все пролистала. Книги на любителя. Но если вам нравится, то смело приобретайте. Цена у них небольшая, чуть больше 100 рублей. Я думаю, что можно иногда меньше найти. Спасибо, что оставались со мной, что досмотрели это видео до конца. Всем пока-пока!